Привет, меня зовут Маша. Я из России, из Воронежа. И я приехала на эту программу в сентябре. На самом деле, мне очень здесь все нравится, потому что у нас каждый день разные мероприятия. Мы узнаем многое о культуре Израиля. Мы здесь учимся в Ульпане, учились в университете. И 4 дня в неделю мы работаем в разных отелях. И что мне бы хотелось сказать, что все люди здесь очень милые, очень доброжелательные, все координаторы и наши менеджеры в отеле, все нам всегда помогают во всем. И что особенно мне нравится здесь, это то, что каждый день я разговариваю на 4 языках, потому что я учила в университете испанский и английский, и большинство группы нашей здесь американцы, поэтому я говорю с ними на английском. Моя соседка по комнате аргентинка, с ней я говорю по-испански, что мне очень нравится. То есть я каждый день практикую все языки. И, конечно же, мы учим тут иврит. Так что все очень классно, и я бы посоветовала вам всем приехать по этой программе, потому что тут действительно очень классно. Пока!